Nokia 3310 не является самым прочным телефоном в мире. И досмотрев это видео до конца, вы узнаете о 5 самых неразрушимых вещах, начиная от самой прочной машины, которая может выдержать попадание ракеты, до телефона, который практически невозможно уничтожить. Кстати, что по вашему мнению лучше? Продукция Samsung или Apple? Обязательно напишите об этом в комментарии прямо сейчас. Ну а мы переходим к номеру 5. Номер 5. Самая прочная машина. Недавно было определено самое прочное авто в мире. Авто от компании Paramount, не путать с кинокомпанией, может похвастаться внушительной броней, способной выдержать попадание ракеты и разрыв мины под колесом. Бронированный мародер играючи пробивает кирпичные стены и без труда давит другие машины. Поначалу автомобиль использовали для перевозки пехотинцев и сопровождения транспортных колонн. Однако сейчас модель наиболее распространена в Африке, где общество очень криминализировано. Мародер здесь необычайно популярен и доступен в открытой продаже. Номер 4. Самый прочный ноутбук. Destin Cyberbook является самым прочным в мире с невероятными противоударными свойствами. От российского производителя, который собирает прочные и надежные модели для военной и других сфер промышленности, где требуется высокая надежность. Модель можно смело отнести к ноутбукам суперпрочности, которые выдерживают значительные удары, вибрации и могут противостоять агрессивным средам. При своих защитных функциях этот ноутбук обладает высокой производительностью. Номер 3. На сервисе Kickstarter произошел сбор денег на Skinners – самые крепкие носки в мире. Разработчики новинки заявляют, что имея их носки, человеку не нужна будет никакая обувь. Сфера применения чудо-белья может быть самой разной – от легкой атлетики, гимнастики и просто прогулок по улице до занятий в зале. Секрет носков Skinners в невероятно жестком резиноподобном материале подошвы. А чтобы доказать прочность своего изобретения, создатели топтались по деталям конструктора и даже ходили по битому стеклу. Ставь лайк, если хотел бы себе такие же жесткие носки. Номер 2. Самый прочный телефон. Китайский производитель смартфонов Xiaomi предоставил новую модель Mi 5 с возможностями, которым может позавидовать любой обладатель iPhone. Корпус телефона настолько прочный, что его нельзя ни распилить, ни просверлить дрелью. Смартфон будет поставляться в двух версиях – со стеклянной задней панелью и с керамической, которая более прочная. В прочности этого телефона лично убедился один из пользователей YouTube, который взял пилу и дрель и попытался надругаться над китайским гаджетом. Однако смартфон выдержал испытания даже строительным напильником. После таких жестоких тестов, казалось бы, телефон должен был превратиться в лохмотье, однако он остался невредимым. Номер 1. Самое крепкое стекло в мире. Японские ученые из Токийского университета создали стекло, не уступающее по прочности стали. При этом оно остается тонким и легким. Сообщается, что эта новая технология будет использоваться в строительстве и при конструировании транспортных средств, а также для нового поколения экранов смартфонов, компьютеров и планшетов. Сверхпрочное стекло станет доступным в течение ближайших 5 лет. Секрет стального стекла заключается в его составе. Ученые использовали большее количество оксида алюминия, смешав его с диоксидом кремния, что позволило улучшить механическую прочность стекла. Давайте попробуем собрать 50 лайков на этом видео для второй части. И как обычно, спасибо вам за просмотр. Рекомендую канал Рони, на котором выходят крутые видео на различные, самые интересные в мире темы. Канал очень новый, но чувствуется профессионализм, ссылка в описании.